С кэшбэк-сервисом Leti Shops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку как обычно. Вывести деньги можно любым удобным способом. Ссылка в описании. Далеко на востоке Азии простираются великие равнины. Монголия. Именно здесь, на протяжении многих миллионов лет, силы природы создавали один из самых невероятных пейзажей на планете. Здесь расположена самая жаркая пустыня континента. Возвышаются горные хребты и простираются бескрайние луга. Но чтобы подчинить себе эти территории и сделать их своим домом, нужно обладать сильным духом и непоколебимой волей. Дикая Монголия. Страна крайностей. Степь. Самая протяженная степь на планете. Один из последних уголков девственной природы. Протяженность Великой Евразийской степи составляет почти 1/5 диаметра Земли. Это очень суровое место с крайне холодной зимой и невыносимо жарким летом. Непрерывный цикл жизни, смерти и возрождения. Здесь все ему подчинено. Население Монголии меньше 3 миллионов человек. Это одна из самых малонаселенных стран на планете. Ощущение пустоты на бескрайних равнинах и необъятных лугах обманчиво, ведь здесь обитает множество уникальных и удивительных существ. Более того, именно здесь происходят самые многочисленные миграции животных на Земле. Верхняя граница Великой Степи лежит на той же широте, что и Париж. Однако зимой это место превращается в одно из самых суровых и холодных на планете. Из-за холодных потоков воздуха с территории России температура здесь часто опускается ниже 40 градусов Цельсия. Нередки также и снежные бури. Из снежной мглы появляются древнейшие виды животных. Лошадь Пржевальского. Это последний вид дикой лошади на Земле. Лошади Пржевальского очень выносливы, однако этот табун явно проигрывает в борьбе со стихией. Им необходимо как можно скорее найти укрытие. Но чтобы найти его, нужно обладать мудростью и богатым опытом. Вожак табуна, самая старая самка, ведет своих сородичей спасительной тропой. Табун в безопасности. Она привела их в узкую долину, где можно укрыться от ветра. Тем не менее, здесь тоже невыносимо холодно. Их толстых шкур недостаточно для сохранения тепла,
Поэтому лошадям необходимо найти другой способ согреться. Лошади прижимаются друг к другу, чтобы спастись от холода, и ждут, пока метель закончится. Для того, чтобы выжить в столь суровых условиях, лошадям Пржевальского нужно действовать сообща. К следующему дню несколько сотен тонн снега покрыли территорию этого табуна. И сейчас их единственная пища скрыта под 60-сантиметровым слоем снега. Раскапывать толщу снега становится все сложнее, и животные слабеют. Награда за их усилия – возможность подкрепиться засохшей травой. Возможно, этот самец решит сдаться, но сороки не оставляют его в покое. Хотя кажется, будто птицы донимают его, на самом деле они поедают паразитов на его шкуре. Для сорок лошадиная шкура сродни передвижной кухне. Эта процедура полезна для лошади, но вызывает некоторое раздражение. Лошади Пржевальского живут небольшими группами. В них входят племенной жеребец, несколько кобыл и их жеребята. Малыши подросли, но не упустят возможности отведать материнского молока. Этот жеребец держится немного позади табуна, внимательно наблюдая за самками, ведь он знает, что поблизости есть и другие самцы. Его внешний вид говорит о том, что с ним лучше не связываться. В поисках пищи самки случайно забрели на территорию другого табуна. Другой самец. Его легко узнать по его потрепанному короткому хвосту. Это самый сильный жеребец в долине. И он рискнул приблизиться к самкам. Однако он не представляет угрозы. Легким ударом хвоста самка дает понять, что пока не заинтересована в новом партнере. Самец понимает намек и удаляется. Жеребцов ждет несколько месяцев борьбы за самок, прежде чем те будут готовы к спариванию. Зима медленно подходит к концу. С юга подул теплый ветер. Через несколько недель великая степь изменится до неузнаваемости. Лед и снег исчезают, обнажая необъятные луга. По мере того, как температура повышается, тающий снег питает почву влагой, необходимой для роста самого важного растения – травы. Пастбища существуют там, где осадков недостаточно для появления лесов.
Невероятно, но при комфортных условиях злаки способны за считанные дни превратиться из побегов в цветущие растения. Степь волшебным образом преображается. Наконец, все заиграло новыми красками, и появится новая жизнь. На территории Евразийской степи обитает монгольский дзерен. Порядка миллиона особей постоянно перемещаются в поисках сочной травы. Большую часть времени эти животные странствуют по степи, но один раз в год они сбиваются в большие стада для рождения потомства. Большинство детенышей рождаются за 4 дня. Пока малыш не стоит твердо на ногах, нужно прятаться в траве. Ведь пока его не видно, он в безопасности. Вокруг предостаточно внимательных глаз. Время идет, и скоро стадо снова отправится в путь в поисках свежей травы. Длинноногие дзерены рождены для жизни в движении. Детеныши разделят кочевой образ жизни своих родителей, как и другие жители Великой Степи. Однако стадо внезапно остановилось. Впереди пожар. Стадо начинает нервничать. Не встречая препятствий на пути, пламя распространяется неумолимо быстро. К счастью, монгольские дзерены – превосходные бегуны. Развивая скорость более 60 км в час, антилопы движутся быстрее огня. Но не всем удалось выжить. Разрушительное пламя превратило цветущие травы в пепел. К счастью, они не погибли окончательно, ведь их корни все еще целы, и поэтому они скоро вырастут вновь. Этим молодым антилопам всего несколько дней, но они уже начали свое путешествие длиною в жизнь в поисках свежей травы, от которой зависит их существование. Бескрайнюю равнину населяют не только огромные стада. Здесь обитают и совсем крошечные существа. Высокая трава для этой самки-мыши-малютки скорее похожа на тропический лес. Карабкаться по стеблям травы намного сложнее, чем по стволам деревьев, так как стебли значительно мягче. Гибкий мышиный хвост помогает цепляться за травинки. Поэтому малютка держится на стебле с той же легкостью, что и обезьяна на дереве. Эта самка внимательно изучает стебель, а затем аккуратно отгрызает его у основания. Дело в том, что вместе со своим партнером она строит нечто особенное. Работа очень сложная. Но она того стоит. Высокая трава – идеальное место для строительства маленького гнезда, подходящего этим крошкам.
Гнездо мыши-полевки – одно из самых замысловатых в живой природе. И в этом гнезде скоро будет пополнение. Появилось еще несколько голодных ртов. Чтобы насладиться пока еще цветущими травами, потомству необходимо быстро расти. Скоро эти малыши смогут построить свои гнезда. В северной части Монголии простираются удивительные ландшафты, кардинально отличающиеся от остальных территорий. Леса. Лиственницы и сосны растут на невысоких холмах. В лесах Северной Монголии можно встретить как кочующих животных, так и полярных жителей. Но это еще не все. Этот лес лишь часть тайги, широкого пояса лесов, простирающихся через территорию нескольких стран и занимающих площадь в 10 миллионов квадратных километров. Именно здесь растет треть всех деревьев планеты. Для самых скрытных существ этот лес – прекрасное убежище. Семейство кабанов с детенышами. Кабаны, возможно, самый распространенный вид млекопитающих. Они предки всех домашних свиней. В лесу для дикого кабана предостаточно пищи. Главное – найти ее. Животные полагаются на обоняние, которое считается одним из лучших в живой природе. Кабаны едят все, что им удается раскопать. Однако отдают особое предпочтение корешкам и орехам. Молодняк сразу начинает подражать взрослым особям. Но в основном они просто мешаются под ногами. Полоски на спинах – это превосходная маскировка в рассеянном свете леса. Однако в 3 месяца они исчезнут, когда поросята научатся добывать пищу. Кабаны – социальные животные. Иногда они живут группами в несколько десятков особей. Подобный образ жизни значительно облегчает поиск пищи. Однако есть и другая причина. Чем больше ушей, тем легче услышать угрозу. Волки. Эта стая возвращается в лес после ночной охоты. В поисках пищи волки преодолевают колоссальные расстояния. Ареал обитания серого волка простирается по всей Евразии. Но постоянная угроза отстрела заставила этих животных уходить в леса для выращивания потомства. Этим волчатам всего 4 недели от роду. И сегодня они впервые покинули свое логово. До сих пор щенки жили в полной темноте под землей.
И теперь их глазам нужно время, чтобы привыкнуть к солнечному свету и окружающему миру. Волчата очень быстро растут, и они всегда голодны. Скоро их мать вернется к охоте и будет уходить на несколько часов каждый день, чтобы прокормить детенышей. Следующие 5 месяцев детеныши будут зависеть от взрослых волков, пока они сами не смогут принимать участие в охоте. В этих лесах охотятся не только волки, поэтому прокормить семью непросто. Лишь половина детенышей серого волка доживет до зрелого возраста. Великая Евразийская степь. Она простирается на 8000 километров, пролегая на территории Румынии, Украины, России, Казахстана, Китая и Монголии. На севере степь граничит с лесами России. На юге, напротив, климат становится более засушливым, и степь постепенно переходит в пустыню Гоби. Однако Великая степь — это не только бескрайние равнины. Эти земли изрезаны высокими горными хребтами. Алтайские горы делят территорию степи надвое. На востоке степи находится территория Монголии, страны крайностей. Летом температура может достигать отметки в 40 градусов Цельсия. А зимой она опускается до 45 градусов ниже нуля. Климат здесь очень суров. Но здесь находится дом некоторых животных, которых нельзя встретить больше нигде на планете. Наконец наступило лето. Население степи увеличилось. Спустя почти год беременности эта самка лошади Пржевальского родила детеныша. Ему всего несколько дней от роду, поэтому он постоянно находится рядом с матерью. Очень скоро этот же ребенок наберется смелости, чтобы исследовать окрестности, если, конечно, он не откажется от своего любимого занятия. Тем не менее, ему необходимо оставаться бдительным. Скоро его мать снова будет готова к спариванию. И это привлечет многих активных жеребцов, которые помогут затоптать жеребенка. Даже не представляя, насколько он важен. В середине прошлого века охота и деградация пастбищ привели к тому, что лошади Пржевальского оказались на грани вымирания. Однако этот вид успели спасти в последний момент. В дикую природу выпустили животных, выращенных в неволе, и теперь вид процветает. Это одна из самых успешных реинтродукций диких животных за всю историю.
Эта кобыла и ее жеребенок живут в сильном табуне, который постоянно перемещается в поисках пищи и воды. Однако летом очень сложно найти достаточное количество свежей травы и влаги. Поэтому вожаку необходимо привести табун туда, где еще осталась питьевая вода. Знание этой местности важно для выживания лошадей. Когда все в волю напились, наступает время чистить шкуру. Ты почешешь мне спину, а я почешу тебе. Это занятие не только приятно, с него может начаться крепкая дружба и даже любовная история. Происхождение и чудесное возрождение делает лошадей Пржевальского символом надежды для этой необъятной степи. По мере того, как в Великой Евразийской степи наступает засушливый сезон, пищи становится все меньше. Тяжелое время для одного из самых ярких и редких представителей фауны Великой степи, чье существование полностью зависит от наличия свежей травы. Сайгак. Обитая в очень суровых климатических условиях, сайгаки преодолевают колоссальные расстояния между летними и зимними пастбищами. К концу лета трава, которой питаются сайгаки, становится очень сухой, и животным приходится ежедневно проходить большие расстояния к источникам питьевой воды. Физиология сайгаков идеально подходит для жизни в степи. Странная форма носа помогает избежать попадания в легкие пыли, кружащей в воздухе. Зимой же такие объемные носовые пазухи обеспечивают нагревание холодного воздуха при дыхании. Однако нос очень мешает пить. Но не только сайгаки хотят пить. Эта самка болотного луня отвлеклась от охоты, чтобы попить воды. Здесь она не представляет угрозы даже для самых маленьких существ. Все виды научились делиться этим ценным ресурсом. Стадо сайгаков забрело в самую глубокую часть реки. Вода здесь прохладнее, и избежать нападения хищников значительно легче. Сайгаки очень осторожные от природы. Их легко спугнуть.
Бегают они быстрее скаковой лошади. Это всего лишь молодая лисица. Похоже, она не ела несколько дней. Но она не страшна для взрослого сайгака. Опасность миновала. Сайгаки не зря проявляют осторожность. Ночью на охоту выходят хищники крупнее, чем эта безобидная лисица. Под покровом темноты многим маленьким существам удается оставаться незамеченными. Это степная пеструшка. Самая маленькая из леммингов. Эти крошечные, подвижные грызуны, едва ли превосходящие по размерам пальчиковую батарейку, постоянно ищут коренья и семена. Степные пеструшки живут небольшими группами, состоящими из самца, самки и их малышей. Они редко выходят на поверхность, так как наверху их ждет опасный мир. Чем больше особи держатся вместе, тем безопаснее. Стоит им почуять опасность, все тут же скрываются под землей. Семья пеструшек спускается вниз по разветвленной системе подземных ходов. Даже в кромешной темноте они знают, куда идти. Пеструшки строят теплые гнезда, которые они выстилают сухой травой. Эти зверьки не впадают в спячку. Зимой они продолжают питаться растениями, которые только им удастся найти. Весной, при наличии подходящих условий и еды, эта пара пеструшек снова будет готова к размножению и сможет произвести до 6 потомств за год. За счет такой плодовитости популяция пеструшек порой резко увеличивается. Жизнь обитателей Великой Степи зависит от смены времен года и тех богатств, которые они приносят таким маленьким, но уникальным существам, как пеструшки. Над степями Монголии всходит солнце. Обитатели азиатских пастбищ просыпаются под жужжание последних летних насекомых. Сайгаки существуют со времен ледникового периода. Давным-давно эти животные вместе с мамонтами и саблезубыми тиграми бродили по Европе и Северной Америке. Но за последние годы численность сайгаков резко уменьшилась. С начала 90-х годов их популяция сократилась на 95%.
Это одни из самых быстро вымирающих млекопитающих на планете. Раньше миллионы сайгаков жили на просторах степи, но остались лишь небольшие стада на территории России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Обученные выживать, в жаркую погоду сайгаки предпочитают спокойно отдыхать. Самца сайгака легко узнать по красным рогам. Они полупрозрачные, поэтому видно кровеносные сосуды. До сезона спаривания далеко, но самец внимательно следит за всеми, кто подходит к его самкам. И если намеки не имеют результата, он ставит самозванцев на место силой. Вокруг воды атмосфера всегда напряжена. Это шанс для самцов, ведь многие смогут спариться только один раз за всю жизнь, ведь она проходит в движении. С истощением источников воды сайгаки понимают, что пора двигаться дальше. Несмотря на долгую историю, этот вид под угрозой исчезновения и скоро может исчезнуть, если его среда обитания не будет сохранена для будущих поколений. Природа монгольской степи по-своему удивительна. Эти равнины скрывают нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Ландшафт получил свои шрамы в результате геологической активности в прошлом. Каньоны испещрили степь. Но они несут ей жизнь в виде рек на своем дне. Здесь можно найти древние вулканы. Самый известный из которых – вулкан Хорго. Окруженный лавовым плато, этот вулкан возвышается на 2200 метров над уровнем моря. Шириной в 200 метров и глубиной почти в 100 метров Хорго имеет почти идеальную форму. Последнее извержение этого действующего вулкана на территории Монголии произошло почти 8000 лет назад. Разрушительные последствия того события можно видеть и по сей день. Тополя растут среди валунов базальтовых пород. Эти деревья символизируют борьбу за жизнь в Монголии в подчас самых суровых условиях. На равнине Архангай, одной из самых высоких равнин Монголии, наступила зима. Даже сейчас воздух разрежен, и выживать становится все труднее. К середине ноября холмы покроются снегом, и станет невыносимо холодно. На всей территории Монголии суровый климат заставляет животных и людей оставаться в движении, чтобы выжить.
Несмотря на жестокие климатические условия, на равнине Архангай травы растет достаточно, чтобы прокормить высокогорных травоядных, которые проходят в поисках пищи до нескольких километров в день. Як. Высота здесь достигает почти 3700 метров, и яки здесь очень нужны. Они способны пастись там, куда не добраться другим травоядным. Яки хорошо приспособлены к этой суровой местности. У них очень густая шерсть и почти нет потовых желез, что способствует сохранению тепла. Это внедорожники животного мира. Их короткие ноги и широкие копыта превосходно подходят для глубокого снега. Современные яки – потомки диких и очень агрессивных яков, живших в Гималаях. Однако самки яков – очень нежные матери. Этим телятам всего полгода, но они так же выносливы, как и родители. Вскоре им тоже предстоит научиться выживать в самых жестоких условиях. Яки сделали возможной жизнь в этой местности. Без этих могучих существ человеку вряд ли удалось бы выжить на этих высоких равнинах. Великая степь. Бескрайнее пастбище. Здесь изобилие сменяется голодом, а время бежит неумолимо быстро. Здесь уникальная дикая природа. Такого многообразия видов не встретить больше нигде. Это дом для самых выносливых существ на Земле, которые, несмотря на суровые условия и климат, смогли приспособиться к жизни здесь. Но этот удивительный мир под угрозой исчезновения. Уникальная природа Великой Степи увядает из-за растущей численности и чрезмерного выпаса скота, а также изменение климата, что приводит к вырождению пастбищ и сокращению площади зеленых лугов. К счастью, еще не все потеряно. Ведь некоторые виды животных удалось восстановить. И теперь они стали символом надежды для поистине ценной природы этих мест. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читал Александр Васильев.